Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Откровенное признание актера и режиссера Александра Мохова. 50 лет я стал бомжом. Российский актер и режиссер Александр Мохов знаком, наверное, каждому зрителю, кто любит сериалы. А также с недавнего времени он стал и известным режиссером, который снимает очень интересные мелодрамы. Российский актер Александр Мохов рассказал, как в 50 лет стал бомжом после двух разводов. Так, по словам артиста, он отдавал все совместно нажитое имущество своим бывшим женам, а сам снимал однокомнатную квартиру. Об этом он сообщил в программе Агаты Муцениеце «Честный развод». Он говорил: «Я все отдавал женам. Как-то поймал себя на мысли, что в 50 лет стал бомжом. Снимал квартирку однокомнатную, которую называл камерой хранения. И вдруг задумался: а не дай Боже, я заболею. Что случится? Где мне жить?» — говорил Мохов. Актер Александр Мохов был трижды женат. С первой женой Татьяной он прожил в браке 18 лет. В этом браке родился старший сын. Со второй супругой, актрисой Дарьей Калмыковой, прожил 12 лет. Вторая супруга была младше Александра на 20 лет. В этом браке также родился сын. Третий раз Александр Мохов женился на 28-летней украинской актрисе Ирине Огородник. Она младше на 30 лет. В этом браке также родился сын. В новом браке, по признанию Александра Мохова, он наконец обрел долгожданное счастье. Сейчас у этого артиста все в порядке. Ждем от него побольше новых интересных ролей и, конечно же, интересных фильмов. Всем спасибо за внимание. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока!